Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, а это игра под названием The Stanley Parable, Parable. Я не знаю, как называется эта игра. Я так понял, что это какая-то пародия на портал, портал, как она правильно называется. Я не в курсе, что здесь надо делать вообще. Может. Загадка! Критическое мышление, Стэнли, твой конек. Так, ну окей. Блять, а что надо делать? Надо положить вот сюда эту хуйню, правильно? А, гениально! Он меня подъебывает. Это сарказм на самом деле был, потому что это догадается даже... Трехлетний ребенок это догадается. Воу-воу-воу, что делать-то? А, мне больше не интересно смотреть, как ты будешь бродить по этим играм, и сомневаюсь, что все будет особенно полезно. Так что я не буду тратить время свое отсутствие впустую, я просто оставлю... Ууу, ебать! Ух ты! А где это мы такие тут оказались вообще? Все что-то сгорело, все что-то непонятно вообще. Куда-то надо идти, что ли? Где фонарик мой? Почему у меня нет фонарика? Куда я вообще, так сказать, иду? А, пожалуйста, оцените свой опыт. А, я провалюсь, я умру, наверное. Я не хочу как бы умирать-то. А, филинг, кабинет, G64. А что надо делать-то? Тык-тык-тык-тык. Представляете, если нажимать на левую кнопку мыши, идет звук, как будто я печатаю на клавиатуре. Охуенно. Нет, стой, нет! А-ля-ля-ля-ля! Опа, блядь. Вот это поворот. Так, ну окей, это мне что, теперь надо откуда-то выбраться, куда-то забраться, куда-то что-то найти? Или что? В чем соль? Эй, голос, верни меня, пожалуйста, в мой теплый, хороший, мягкий кабинет. А то брожу, блядь, как по квартире, по своей. Все мрачно, все драчно, и хуй... Вот, нашел! Ха-ха-ха, выход, отлично! Там, где свет, там выход, по-любому. То есть всегда надо везде, в любой ситуации, идти на свет. Я пришел. Ау! Ау! Ну где ты? Ну голос. Вот, все, я нашел компьютер. Все, отлично. Вот теперь-то я точно выиграл. Давай, говори, какой я пиздатый, как я всех обманул. Нет. Ну почему? Почему это не так-то? А куда же тогда идти-то? Чувак, зачем ты меня оставил одного? Пу-пу. Что я сейчас нажал? А интересно, что он нашел. Если он хотел быть главным героем своей истории, то, может, именно это он и нашел там внизу, где бы он сейчас ни был. Интересно, доволен ли он своим выбором и понял ли, какую цену, блядь, нужно за него заплатить. Он скоро поймет, что я пытался ему сказать. Я ему необходим. Кто-то, кто в конце истории подведет итог, внесет ясность посреди хаоса, страха и непонимания. Именно это я и делаю. Именно это моя роль в этом мире. О да, да, я вернусь, иначе и быть не может. Когда все это закончится, после конца, тогда я и вернусь. А конец уже почти наступил. Совсем скоро. И я подожду. А мне что делать? Позвольте поинтересоваться. А, ну, блядь, какой конец? В этой игре не может быть конца. То есть мы с вами прошли какие-то две игры, что ли, три, получается. Мы прошли с вами Майнкрафт. Представляете, Майнкрафт можно пройти. А ты думал, нельзя Майнкрафт пройти? В этой в жизни можно пройти все. Даже путь ночью открывать туалета, серьезно говорю. Отлично. Так, теперь нам надо вновь идти туда. И теперь поворачивать в красную дверь, потому что мы наш голос два раза наебали и пошли в синюю дверь. В синей двери мы с нами все увидели. Увидели Майнкрафт, увидели портал, увидели какие-то обгорелые стены. Возможно, это тоже был портал, я не знаю. А, и теперь нам надо пойти в красную дверь, потому что голос нам утверждает, что Стэнли, я за тебя переживаю, ты мой главный любимчик, и тебе надо пойти в красную дверь. Собственно, пожалуйста, голос, наконец-то я тебя послушаюсь, и ты будешь доволен, я серьезно тебе говорю. Он скажет, молодец какой ты, Стэнли, наконец-то ты меня... Ящик открытый, а там что-нибудь есть? Вряд ли. Алло, откройте. 55-я дверь, не открывается. Здесь вообще ничего не открывается, то есть я так понимаю, если двери, которые закрыты, они не могут быть открыты априори, так сказать. Я знаю такое слово, как априори, представляете? Охуеть. Ну поехали, давай, голос. А, блядь, вот сюда надо перепрыгнуть. Все, понятно. Я что-то думал, он убрал уже эту дорожку, и мы не попадем теперь с вами к красной двери. А нет, вот она, представляете, вот она. Так, подойдем к краю сразу, чтобы хорошенько, так сказать, упасть и не промахнуться, а то мы вниз с вами уже падали в прошлой серии, по-моему, и ничего хорошего из этого не вышло. Опа! Хорош, отлично!
Ну что, удивлен, какой я прыгучий? Да я как человек-паук, только без паутины. Я человек без паук, понимаешь? Я пиздатый. Так, откроешься? Нет. Постучись? Нет. Хорошо, хватит пиздеть, голос. Мы все тебя уже прекрасно это слышали. Ты нам 100 раз это говорил. I prove. Все, идем в красную дверь без раздумий. Стэнли зашел в красную дверь. Окей, давай, открывай. Спасибо. Ох, слава богу, ты все же готов меня послушать. Ты понимаешь, что я действительно всегда хотел, чтобы ты был счастлив? Проблема во всех этих выборах в том, что мы с тобой постоянно пытаемся попасть в те места, которых нет. Бегаем. Как ты сейчас это делаешь? Неужели ты не видишь, что это нас убивает, Стэнли? Я хочу остановиться. Мы оба будем намного счастливее, если мы просто остановимся, окей? И мне кажется, что у меня есть выход. Идем, я тебе покажу. Окей, спасибо тебе, голос. А, все, отлично, лоадинг. Мы прошли игру? А что же мы хотим? Чтобы нам подобрать КХМ. А, просто ХМ. Это где это я вообще? Блять, я в космосе, вы представляете? Я в космосе. Вот, да! Ох, как прекрасно, правда? Да, чувак, если мы просто останемся здесь, в этом моменте, в этом месте, Стэнли, мне кажется, я счастлив. На самом деле, счастлив. А я нет, чувак, почему должен быть счастлив ты? Должен быть счастлив я. Нет, стой, ты куда? Как куда? Я назад, в жизнь в свою, так сказать. О нет, не поднимайся по этим ступенькам. Если ты поранишься, если ты умрешь, игра перезапустится. Мы все это потеряем. Да мне похуй, чувак, на тебя, на все твои счастья. Пожалуйста, нет, Стэнли, дай мне остаться тут. Не забирай у меня это. Хуй тебе. Это, так сказать... Коллективные прыжки с вышки, а максимальная оценка 5.0.5.0. А выступают. Обдумай, что ты себя делаешь. Ну давай подумаем. Ну смотри, мы сейчас сиганем вниз, а Стэнли умрет. Ты, собственно, с ним потеряешь свой идеальный мир. А если я не сигану, то ты обретешь свой идеальный мир, а Стэнли нет. Мне кажется, выбор очевиден, пошел нахуй. Ох, слава богу, ты жив. Не понял. Это что это такое-то? Нет, не надо, нет. Я хочу разбиться к хуям. В котлету, в лепешку, в блин. Я не знаю, в оладушек хотя бы, в сырник, ну в что-нибудь. Давай. Да что ж ты будешь делать-то? Никакой другой комнаты, чувак. Я сказал тебе, все. Ты сегодня ничего не получишь, ты себя плохо вел весь этот год. Поэтому Дед Мороз тебе подарок не принесет. Он будет просто над тобой глумиться, показывать пальцем, говорит, а кто в этом году хуево себя вел, а? Кто в этом году хуево кушал? И не даст ему никакого подарка. Ты хочешь подарок на Новый год? Хорошо себя веди. Кушай. Кушать полезно. А я пошел. Это, блядь, не работает, да ёб твою ж мать. Когда уже он сломает себе ноги в конец, чтобы я не смог вообще даже подниматься? Нет, чувак, ты все правильно понял, я этого не хочу. Да, я сделал свой выбор. Все, отлично, все, заткнись, давай. Но наконец-таки, ну ёб твою ж мать. Все, игра перезапустится, да? Снова назад. А где мы еще с вами не были, ребят? А давайте останемся там, посмотрим, что будет тогда. Телефон звонит. Где? Какой? Вот этот? Алло? Алло, да? Hello. Привет. Чего? Чего? Чего, блядь? Где субтитры-то? Я из всего этого понял только цель этого звонка. Причем именно только третьих слова. Последний день она сказала мне, окей, выключим компьютер. А кто со мной говорил? Девушка, а можно мне заказать двойной гамбургер и колу как бы сюда? Я просто заебался ходить, уже третий день хожу, пожрать даже нету. Может, пиздить у кого-нибудь? Это что такое? Нет, это не берется. Ну хорошо, ну давайте вернемся в свой кабинет. Может быть, она это имела в виду? А так получается, я убил свой голос, представляете? Я теперь нем, слеп, глуп и туп. Охуенно. И что нам делать теперь? То есть это полная свобода передвижения открылась? Вот это поворот, ребятки, вот это да. Может быть, теперь и все двери у нас будут открыты?
еще компьютер выключим. Нехуй оставлять рабочие компьютеры. Хотя я компьютер всем на работе оставляю включенным, но уходя на выходные, например, то есть если вы... 1, 2, 3, 4, 5. Нет, не пойдет. То есть я, когда ухожу на выходные, я компьютер выключаю. О! Привет, блядь! Очнулся. Я думал, ты погиб. Иди нахуй, не пизди давай. Я буду кликать на каждую дверь. Мне похеру вообще, абсолютно. Какая-нибудь дверь, да, откроется. Нет, 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 нет! Ааа, блядь! Так, а нам в какую? Нам надо вправо. Давайте попробуем остаться там. Окей, окей, да, я все понял, голос. Так вот, кто не знает, а я работаю как бы в офисе, ну не у меня, блядь. Был бы у меня офис, я бы, наверное, не работал. Так вот, я работаю в офисе, и у меня там есть компьютер, на котором стоит ебучий Linux-подобной система, и даже нет косынки, представляете? Хотя я не играю на работе, потому что на работе надо работать, как бы глупым это ни звучало. На работе надо работать. Так вот, о чем я? Я не выключаю компьютер, когда ухожу домой в будние дни. Но когда я ухожу домой в выходные, компьютеру просто обязан отдыхать. Я даю ему отдых, он заслужил, он неделю служил мне верой и правдой. Он не выключался, он не глючил. Он просто молодец. Почему я не должен наградить его двумя выходными? Я понимаю, что ты сейчас думаешь. Да, я несу полнейшую хуйню. Но чем-то забивать-то надо эфир, понимаете? Тем более, что пора спрыгивать. Окей. Вот, понимаете, если я буду описывать только то, что происходит, это будет скучно. Вот я иду прямо. А со мной разговаривает голос. А вот я тыкнулся на дверь. А вот в доску. Вот я опять иду, короче, вниз. А тут мы вот идем дальше. А вот здесь нам можно повернуть как бы налево. Охуеть интересно, да. Давайте я так все время буду. А здесь дверь открывается? Нет? А здесь карточку нужно. А где карточку взять? Ну, идем в правую дверь, да, мы еще не остались с ним в космосе. Ох, слава богу, оп, ёпты, мать. Так, а здесь опять надо бегать бесконечно, да? А может быть, какая-то дверь все-таки откроется? А, мы здесь не бегали бесконечно, не останавливались. Вот еще что, в чем проблема-то. Энранина, и Стэнли наш уже, блядь, в жопу поранен. Давай быстрее, Стэнли, бегай, чтобы он не подумал, что мы с тобой будем его слушать. I would, Слендервуд. А, представляешь, что, как я тебе сюморил сейчас. Не буду. Я не буду останавливаться, чувак, ни за что. Нет, у нас это не работает, представляете? А если мы дальше пойдем? А, здесь одно и то же. Ну хорошо, ладно, пойдем дальше. Сейчас мы оставимся в космосе и все. И прилетит кто-нибудь и заберет нас на хорошую планету. Благодать. В рот ее. Ебать. Ну и чё? Ну давай, я останусь здесь, давай. Все окей, давай, я остался. Happy. Ну и чё, давай. Говори там уже дальше, давай. Космическое северное сияние, вы представляете? Газы. Северное сияние, по-моему, состоит из газов. Оно просто состоит из газов. Такая уж... Ой, новая пошла. Да это же как в плеере в любом, блядь, визуализация. Можно включить музыку и тупить под нее. Это вообще, кстати, прикольное занятие. Ну и чё? Ну мы долго тут стоять-то будем? Эй, товарищ голос. Василий Петрович. Андрон Геннадьевич, где ты? Куда ты пропал? Давай поговори со мной. Ну поговори со мной, ну серьезно, я тебе говорю, ну пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пикачу, блять! Ну чувак, ну говори со мной. Или я сейчас спрыгну нахуй, будешь знать. Я сейчас не с лестницы спрыгну, я из космоса нахуй прыгну, понимаешь? Ну и чё, ну и зачем я сюда пришел? Чё надо тебе? Ау! Чувак! А он не может упасть, представляете, мы просто будем ходить по кругу. Смотреть на зеленые полосы и все. Ну чувак, ну давай скажи мне что-нибудь, ты же счастлив. Чувак, ты счастлив, нет? Может быть, он настолько счастлив, что уже помер? Помер с улыбкой на лице, лежит счастливый такой. No, wait. Where are you going? Да никуда, я выхожу, на вот тебе, давай только разговаривай со мной. Right. Where were we? На чем мы остановились? Я не знаю, о чем ты остановился. Мы остановились на созерцании зеленых каких-то пампушек. Да пошел ты нахер, ты какой-то скучный голос, я тебя не люблю.
что здесь еще можно сделать, кроме как спрыгнуть один раз? О, нет, нет, не поднимайся, Стэнли, это мы уже слышали 100 раз. Так, может, кран открыть? Нет, они не работают. Ну, чувак, я же стоял там, ты был счастлив, но ты ничего в это время не говорил. Да окей, 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 только, блядь, заткнись. Окей. Ну, чувак, как бы давай здесь постоим. Да, вот мы вернулись, ну и чё? Я не хочу этого, ты просто дай мне закончить по-другому игру. Так я остановился, чё тебе от меня надо? По-моему, он ебанулся на отличника просто. Он несет полнейшую херь. Ну, я не знаю, давайте посмотрим теперь на фиолетовые облака. Пошел ты нахер. Ты, короче, ничего не даешь сделать. Я тебе предлагал голос. Я сказал тебе, давай останемся там. Закончи игру, и все. И мы будем дальше продолжать. Но нет, нет, он говорит, не хочу. Говорит, не могу я. Мысленно про себя он говорит. Поэтому мы еще раз падаем. Устроим, так сказать, круговорот Стэнли в природе, блядь. Стэнли умирает, Стэнли воскресает. Стэнли умирает, Стэнли воскресает. Стэнли умирает, Стэнли воскресает. Стэнли умирает, Стэнли воскресает. Голос охуевает, голос охуевает. Голос охуевает, голос охуевает. Ву-у-у. Последний разочек. То есть, я так понимаю, он похож на монстров из Nightmare House, потому что там тоже надо было 4 удара топором, и монстр падал. А здесь надо всего лишь 4 раза сломать себе ноги, и Стэнли умрет. Что еще она может преподнести, эта игра? Ну, сейчас опять зазвонит телефон, я знаю. А, они уже не звонит, представляете, уже не звонит телефон. Окей. Я так понимаю, на этом, ребят, пора заканчивать, потому что, ну, все уже, блядь, я... Давайте последний раз прогуляемся, посмотрим что-нибудь там... Ай-яй-яй! Ой-ой-ой, что я вспомнил, ребятки, что я вспомнил? Представляете, что я вспомнил? Я вспомнил, вспомнил. Просто классно, я вспомнил. Здесь разве была синяя комната когда-то? Здесь не было синей комнаты. Чё за хуйня? Что-то поменялось, представляете? Здесь также две двери. Ну, давайте зайдем. Где у нас с вами, ребятки, был телефон? Я не помню. Где-то у нас был телефон, помните? Да, где-то был телефон. Мы там разговаривали со своей женой. Ну, давай... Я не помню... Ай, блядь! Так, ладно, ну давайте там пойдем налево в этом месте. В том, в котором нам предлагает. Можно же, короче, наверное, трубку не взять, когда будет звонить нам наша жена, когда голос говорит, возьми трубку, ты же ее любишь. Она же тебя тоже любит, а мы возьмем и не возьмем. И это будет наверняка другая концовка. Да-да-да, он пошел налево, все правильно. А куда я спускался? Нет, я вниз не поеду, я поеду вперед. Да-да, он, да, пошел, пошел, себе пошел, дошел до этого конференц-зала, здесь никого не было, здесь было пусто. А дальше что? Открытый туалет. Я еще не понял, в чем прикол этого туалета, точнее, это и уборочный, этого... Воу! А, блядь, она закрывается. Ну хорошо, ладно. Вниз мы пойдем, если мы пойдем вниз, он там умрет. Если мы пойдем вниз, он там умрет. Вниз умрет, вниз умрет, вниз умрет. А что тогда делать? Ну пойдем тогда наверх. Что-то я забыл, где мы с вами встретили телефон, ребят, серьезно, забыл. Так, здесь у нас открывается эта хуйня, она просто открывалась. Нет, теперь она не открывается. Так, мы опять куда-то пришли, не туда. Мы вернулись, наверное, назад, это никакого прогресса нет. Ну, значит, действительно, пора заканчивать. Здесь надо набрать код. 28045. Точно, да, я даже помню, помню этот ебаный пароль. Да схватит уже, рассказчик. Мы уже слушали все твои вот эти вот вставочки, заставочки, это неинтересно. Сейчас он нам покажет музыку, да, включит. Давай. Будем танцевать сейчас. Парам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-парам-пам.
Смотрите, какой грустный шкаф. Он грустит, ему грустно. Шкаф, не грусти. Поехали. Тарарам, открывайся. Здесь у нас лифт есть. Лифт, который нас куда-то отвезет. Ну хорошо, куда нас отвезет? Он нас отвезет куда-то. Возможно, как раз нас отвезет туда, где можно не взять телефон. Я запутался в этой игре, пиздец. У меня все, у меня уже мозга не хватает. Это ее проходить надо разом просто сесть и записывать, что откуда появляется. А я же записываю не разом, вы понимаете, разом-то мне некогда нихуя записывать. Как я тогда могу все это запомнить? Ну серьезно, ребят, ну это же не серьезно. Может быть, все-таки здесь у нас будет развилка-то или нет? Здесь нас куда занесет? Здесь нас занесет в кабинет управления к начальнику, где мы можем либо взорваться, либо нет, и от этого ничего полезного у нас не будет. А может быть, здесь по дороге есть какой-то поворот? Вот серьезно, не помню. А, у нас есть поворот на смерть. Блять, да мы не сюда пришли, короче, в пизду. Майнд контрол. Там мы 100 раз были. Там мы были 2 раза, по-моему, или 3. А сейчас мы просто идем вперед. Здесь, при смерти, какая-то тёлка скажет, нажми начать новую игру, тогда все будет заебись. А если мы не нажмем, то нас расхуячит прессом и все. Нет, у него уже нет у Стэнли возможности выбрать правильный путь. Все, пиздец. Я так понимаю, это все, ребят, потому что, ну, я больше не вижу никаких здесь смыслов, и как куда зайти, как куда попасть. Можно было, конечно, еще в ребенка 4 часа потыкать в этого ебнутого, но нет. Поэтому, ребятки, я вам скажу всем пока, так сказать, до встречи на канале, подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте. Комментируйте видео, ставьте лайки, если вам понравилось. И мы увидимся с вами в следующих играх, которые будут, наверное, не такие мутные, как это. Я не знаю, ну, игра может быть и хорошая, но я нихуя не понял. Может, я просто тупой. Ладно, хуй с ним, ребятки. Всем пока, до встречи в следующих видео. Всех буду ждать. Пока. Нихуя тебе!